Всем привет, я Максим. Я Павел. И мы вас хотим поздравить с Новым годом, с наступающим. Да. И хотим вам пожелать любви, здоровья, счастья. Да, всего-всего самого хорошего. Вот мы вот в такую погоду выбрались на улицу, чтобы поздравить вас. Я вообще болею. Простудился. Макс тоже вчера болел. Он подлечился. Я еще не лечился сегодня. Да. Вот, в общем, Новый год — это праздник чудес, всяких магии. Покажем. А сейчас мы попробуем вас удивить. Паша, держи так камеру. Вот, сейчас я направлю камеру на Макса. Видно меня, да, здесь так? Вот, вот Макс. Что-то он там пытается делать. Вот, тут обычное покрывало. Здесь совершенно ничего нету. Оно совершенно обычное. Нету никаких лесок, ничего такого. Сейчас вы увидите кое-что. Нету никакого монтажа и спецэффектов. Не думайте. Смотрите внимательно. Раз. Два. О, привет! Вау, Паха! Да, это я. Я думаю, неплохо получилось, да? Я тоже так думаю. Я думаю, мы их удивили. Наверное. Вот. Еще раз с Новым годом вас, друзья. Счастья, чудеса. Они существуют. Пока! Привет, друзья! Я Максим. Это Павел, я. Вот, Павел. Мы вас хотим поздравить с наступающим Новым царь, годом. Царь, просто. Да? Ну вот, друзья, мы хотим вам пожелать всего самого лучшего, самого хорошего и самого доброго. Вот, не обращайте на него внимания, он пьяный. Да ты чё, реально? Привет, друзья. Я Максим. Привет, я Павел Евгеньевич, царь. Хочу передать привет Наталье Геннадьевне, своей маме. Мама Карине Филипповне, моей ученице в школе. С Новым годом вас, друзья. Ты что, это реально хочешь сделать? Да.